Ну что ж, давайте далее постараемся быть немного конкретней и поговорим о каждом божественном атрибуте отдельно, что каждый атрибут означает и кто его придерживается, а кто нет. И вот здесь, в этой таблице, они перечислены, и мы с вами разберем все эти атрибуты один за другим. Если вам интересно разобрать эти атрибуты подробнее, то все они детально описаны в моей книге «Нет подобного ему», начиная со страницы 64. Итак, прежде всего, абсолютность. И этот атрибут означает следующее, что Бог полностью, внутренне не связан с этим миром, не имеет никакой связи с ним, либо путем своего всезнания этого мира, либо путем его действий. Он не нуждается в этом мире, поэтому нет никаких причин, заставляющих его вникать, что в нем происходит, или даже заботиться. Итак, это абсолютность, самодостаточность. Придерживается ли классический теизм этого взгляда? Да. А что же насчет открытого теизма? Вернее, извините, процесс теизма? Нет. Что ж, если часть существа Божьего — это этот мир, то ж точно он не изолирован от него и от того, что в нем происходит. А что же касается открытого теизма? Нет, Бог не абсолют, потому что, согласно открытому теизму, Бог вовлечен в этот мир. Он очень заботится о том, что в нем происходит, и он взаимодействует с этим миром. И, конечно, те, кто придерживается открытого теизма или процесс теизма, скажут вам: «Читайте Библию». Неужели Бог так уж изолирован от творения? Неужели Он совсем не заботится о том, что в нем происходит? Неужели Он совсем не взаимодействует со своим творением, с отдельными людьми, с какими-то сообществами или целыми народами? Вот эта идея абсолютности, она присутствовала в классическом теизме, и она соответствует многим представлениям древнегреческой философии. И что-то классический теизм включает в себя. Но все это очень далеко от библейского представления о Боге. Итак, второй атрибут — это абсолютное совершенство. И здесь суть вот в чем. Бог абсолютно совершенен, то есть Он не может стать лучше, чем Он уже есть, так как Он уже наилучший. И если Он наилучший, но при этом может стать хуже, то в таком случае можно представить что-то, что лучше, чем Он. Хотя бы в том, что Он совершенен и не теряет этого совершенства. Поэтому, в соответствии с этим представлением, Бог не может стать лучше, чем Он уже есть, так как Он уже наилучший. И никто не может превзойти Его в этом, и никогда не сможет, потому что Бог — самый лучший из всего возможного. Что ж, классический теизм считает, что это верное представление о Боге. Процесс теизм говорит «нет». И я думаю, это неудивительно, так как если Бог заботится о том, кем Он может стать, и в то же время, с другой стороны, Бог — это все, чем Он становится и чем Он может быть, то если Он меняется, как можно говорить об абсолютном совершенстве? То есть этот атрибут говорит о неизменности Бога, с чем процесс-теисты не соглашаются. У них другая точка зрения. Открытый теизм? Что ж, здесь и да, и нет. Да, конечно, открытые теисты не будут утверждать, что та природа, которой обладает Бог, не лучшая из всех возможных, что на самом деле Он может быть лучше,
чем уже есть. Я не думаю, что открытый теизм это принимает. Но эта идея о том, что Бог, будучи абсолютно совершенен, если вы возьмете это предположение и выстроите довод о том, что в Боге нет ни тени перемены, и что происходящие перемены не будут либо для лучшего, либо для худшего, то все это как-то очень бессмысленно выглядит, если речь идет о совершенном существе. Поэтому в какой-то степени можно сказать, если бы мы были открытыми теистами, да, Бог абсолютно совершенен, но если вы верите в то, что Он не знает будущего, то Он вполне может узнать что-то новое для себя, чего Он раньше не знал, и стать лучше. И именно поэтому я говорю, что по большей части открытый теизм скажет «да», но в то же время есть основания сказать «нет». Он не абсолютно совершенен, если это означает, что он никогда не сможет измениться к лучшему. И так далее. Чистая актуальность — это атрибут, предложенный нашим другом Фомой Аквинским, и своими корнями он еще уходит к Аристотелю. Для Аристотеля и его последователей все, что существует, представляет собой комбинацию. И речь идет о всем существующем, кроме Бога. Это комбинация актуальности и потенциальности. Но в случае с Богом нет никакой потенциальности, возможности стать лучше или вообще другим, чем он уже есть. Потому что все возможности, кем Бог может быть, уже актуализированы в Боге. И то, как Аристотель, и затем уже Фома Аквинский, следуя за ним, его последователи понимали это, они говорили, у Бога остается лишь актуальность, и не остается места ни для какой потенциальности. Нет возможности для него стать кем-то другим, он уже все, чем может быть. И, как вы понимаете, классический теизм придерживается такого понимания. Процесс теизм отвергает это, так как физический полюс Бога — это как раз мир, а мир меняется, то тогда, конечно, Бог обладает потенциальностью. Если рассматривать взгляд, что часть Бога — это Вселенная, открытый теизм, что ж, здесь опять и да, и нет. Они не отрицают, что Бог может претерпеть какие-либо изменения. И если чистая актуальность означает статичность, и нет ни с кем никакого взаимодействия, то нет, они с этим не согласятся. Но если вы скажете, неужели вы считаете, что Бог может быть более нравственно совершенен, чем Он уже есть, они скажут, нет, конечно, нет. Он уже нравственно совершенен, насколько возможно кому-то, включая сверхъестественное существо, вообще быть. Поэтому есть какое-то понимание, что у Бога нет никакой потенциальности стать, скажем, более актуальным. Но если, с другой стороны, чистая актуальность означает, что Бог статичен, что ж, нет, они с этим не согласятся. Что ж, дальше у нас идет идея о Божьей необходимости или детерминизме. И этот атрибут, говорящий о необходимости Божией, прежде всего означает, что Бог существует по необходимости, а не условно. Все, кроме Бога, существует лишь только при наличии определенного условия. Все существующее обязано своим существованием кому-то еще. Оно стало существовать благодаря чему-то. Бог, как необходимое существо, не стал существовать из-за кого-то еще и не зависит от кого-либо еще. И он также не может перестать существовать. Если кто-то существует условно, то он может перестать существовать.
Вдобавок, когда мы говорим, что что-то является необходимым существованием, это означает, что все атрибуты этого существа необходимы для его существования. И если какие-то атрибуты будут утрачены, то он перестанет быть Богом, если мы говорим о Боге как о необходимом существе. Но вы можете применить эту идею необходимости существования к любому существу. Но единственный, кто удовлетворяет этим условиям, это Бог. Что ж, я думаю, можно еще кое-что добавить к этому, но, в принципе, этого достаточно. Классический теизм. Да, этот атрибут признается. Процесс теизм, конечно, нет. Есть физический полюс, который постоянно меняется. Что-то начинает существовать, что-то перестает существовать. Поэтому, конечно, процесс теизм не признает этот атрибут. Открытый теизм, ну что ж, они обычно не хотят говорить об этом, но так как они ближе к классическому теизму, чем, скажем, процесс теизму, то вполне возможно, они признают этот атрибут, но только в том случае, если это означает, не может ни с кем иметь взаимодействие. Если так, то, конечно, нет. Такая необходимость не вписывается в их мировоззрение. Но, в принципе, если поставить открытый вопрос перед открытыми теистами, скажем, вот что означает атрибут необходимости или детерминизма, считаете ли вы Бога необходимым существом? Они, по всей видимости, скажут вам «да». Своим существованием он обязан только лишь самому себе. Но, и вот причина, почему здесь стоит знак вопроса. Это не означает, что он не может и не взаимодействует с этим миром, что он ни в ком не нуждается, чтобы поддерживать свое существование. И следующий атрибут — неизменяемость. И этот атрибут, согласно традиции христианского богословия, всегда признавался в своей крайней форме, согласно которой Бог не способен ни на какие перемены, ни при каких обстоятельствах. В нем нет ни тени перемены, и он неизменен. Неизменно его существо, неизменно его атрибуты, неизменно его цели, и даже его знание, то, что он знает, также неизменно. Он уже знает все, и нет ничего, что он мог бы еще узнать. И он обладает таким интеллектом, что, конечно, ничего он не забудет из того, что знает. И если он абсолютно не способен изменяться, то это означает, что он также неизменен в отношениях. И, конечно, это самый основной предмет споров с оппонентами классического теизма, потому что классический теизм признает, что Бог на самом деле неизменен. И вы скажете, ну что ж, я и сам всегда так верил. Что же тут неправильного? Но вот задумайтесь. На самом деле это означает то, что когда трагедия происходит в вашей жизни, что-то страшное, Бог может поступить таким образом, что это принесет вам утешение. Но Бог, оказывается, на самом деле не испытывает никакой симпатии. Потому что если Он испытает к вам симпатию после трагедии и не испытывал симпатию до трагедии, так как до трагедии вы не чувствовали себя так ужасно, то вот этот переход от несострадания к состраданию означает перемену. А атрибут неизменности говорит о том, что ничто в Боге не может меняться. Бог может что-то делать, в результате чего, по нашим ощущениям, нам кажется, что Бог заботится. Да, Бог, быть может, и заботится, но Его чувства неизменны. И поэтому уж, конечно, Он не меняет оценки окружающих обстоятельств так, как вы.
Процесс теизма, конечно, отвергает атрибут неизменности. Бог участвует во всех наших трагедиях, во всех наших победах. И не только из-за того, что Он сочувствует нам, но все это также отзывается и на Нем. Так как Его тело — это вся Вселенная, и мы часть этого. Открытый теизм. Ну что ж, они не готовы сказать, что Вселенная — это Божье тело, и что вследствие этого Он претерпевает вот такие вот подобные изменения. Но, тем не менее, они отвергают этот атрибут, что Бог никак не может изменяться, и ничто, ни при каких условиях в Нем не может меняться. Ну что ж, давайте посмотрим дальше, какие еще у нас есть атрибуты. Если Бог не способен меняться ни при каких обстоятельствах, то это означает, что и эмоционально Он не способен меняться. Он не может быть сначала счастлив, потом разгневан. Он не может быть сначала быть спокойным, потом раздраженным. Он также тогда не может грустить. То есть ни на какие такие эмоции он не способен. Это невозможно для него. И вот термин, который богословы используют здесь, это неуязвимость. Классический теизм, как я думаю, вы и догадываетесь, конечно, придерживается этого атрибута. Бог, конечно, неуязвим. Процесс теизм — нет. Конечно, Бог сочувствует нам. Он чувствует нашу боль. Открытый теизм — да, Бог чувствует нашу боль. Он может порой разгневаться. Когда мы делаем что-то не так и затем каемся, Он меняет свое отношение с гнева на милость. Он любит и благословляет. Что ж, далее, бесконечность. Существует уже давняя традиция в западной мысли, согласно которой принято считать, что Бог вне времени. И вы можете спросить, ну, откуда взялось такое понимание? Что ж, в какой-то степени из неуязвимости. Если ничего в Боге не может меняться, то есть если ничто в Нем никогда, ни при каких обстоятельствах не меняется, то тогда можно сказать, что это означает, что во всех моментах времени Он одинаков, то есть получается, что Он вне времени. Мы с вами меняемся, причем каждый момент есть какие-то перемены. Мы приобретаем новый опыт, потому что мы подчинены течению времени. Мы можем говорить о том, что было истинно по отношению к нам физически, умственно, эмоционально, духовно, скажем, 5 дней тому назад, 4 дня тому назад, скажем, сейчас, или что будет истинно для нас, скажем, после окончания сегодняшних занятий. У нас постоянно что-то меняется. И все эти изменения свидетельствуют о том, что мы подчинены времени. Мы меняемся, и мы уже не такие, какими были совсем недавно, и не такие, какими мы будем завтра. Но с другой стороны, если Бог никак не меняется, ни при каких условиях, а если подчинение времени подразумевает перемены, то Бог должен быть вне времени. Что ж, как я думаю, вы и ожидаете, классический теизм действительно считает, что Бог бесконечен, то есть Он вне времени. Процесс теизм — нет, Бог подчинен времени. Так как есть физический полюс, то Бог должен быть во времени. И открытые теисты согласны с этим, что Бог находится во времени. Но почему? Что ж, если Он вне времени, то Он должен знать все, что когда-либо произойдет в этом мире во все времена. Но при этом, как Он может знать, какое время во Вселенной?
Но он должен точно знать, какое точное время сейчас во Вселенной, в нашей личной истории, для того, чтобы надлежащим образом реагировать на то, что происходит в нашей жизни. Потому что если бы Бог был вне времени, и Он знает, что в определенный момент времени в вашей жизни наступит страшная трагедия, и при этом Он захочет вас утешить, то если Он вне времени, Он никогда не будет знать, когда же наступит тот момент, когда вы начнете переживать эту страшную трагедию, чтобы Он вмешался, ведь для этого Он сам должен испытывать перемену времени. И те, кто придерживаются открытого теизма, говорят, «Ну разве вы не видите, если Бог находится вне времени, и, следовательно, не знает тот момент, когда я испытываю страшные, ужасные трудности, то как при всем этом я могу чувствовать, что Он рядом со мной в моей жизни? Как я могу соприкоснуться с Ним? И Он не в силах ничего сделать в тот самый момент, когда мне очень нужно Его утешение?» Ну что ж, такой Бог не кажется нам слишком близким. Но так как открытые теисты говорят о том, что для того, чтобы Бог мог как-то взаимодействовать, и это мы видим в Писании, Он должен быть подчинен времени. И тогда Он будет знать, какое время в истории. А зная, какое время в истории человечества, в нашей истории, Он может взаимодействовать с нами всякий раз, когда захочет. Простота — это также тот атрибут, которого придерживается классический теизм. И этот атрибут означает, что в Боге нет составных частей какого-либо рода, то есть Он целостен. То есть нельзя провести никакой грани между Его сущностью и атрибутами. Нельзя разделить Его сущность, отделить Его природу от Его атрибутов. Это также означает, что нету граней, нету переходов от одного атрибута Бога к другому. То есть, вот если Его любовь отделима от другого Его атрибута истинности, и все это можно отделить, скажем, от Его могущества, и так далее, то получается, что у Бога есть составные части, появляется некая сложность. И это также означает, что нет никакого, скажем, но можно назвать его супер-атрибутом вне Бога, и частью которого Бог является. Скажем, Божья любовь — это лишь часть некой вселенской любви. Что ж, если все так обстоит, то для того, чтобы Бог был кем Он есть, Он должен зависеть от чего-то внешнего. Ну, а этого просто не может быть. Ну что ж, а как мы сможем уберечь Бога от того, чтобы Он не зависел от чего-то внешнего по отношению к Нему? Скажем, у Бога есть свои атрибуты, и они все свойственны Ему, но так как в Боге нету составных частей, то получается так, что каждая часть не зависит от другой части, чтобы Бог оставался кем Он есть. Поэтому этот аргумент ведет к такому выводу, что в Боге не может быть никаких составных частей, никаких разделений. Что ж, как вы и ожидаете, классический теизм скажет «да», а процесс теизм должен сказать «нет». Что ж, во всяком случае, на физическом полюсе Бога есть много разных составных частей, но также и на концептуальном полюсе есть много разных частей, кем Он может стать. И все они отличаются друг от друга. Открытый теизм скажет «нет». Они скажут, что вот эта идея, что любовь Бога, скажем, есть то же самое, что Его справедливость, а Его справедливость, скажем, есть то же самое, что Его истинность, но они скажут, все это не имеет смысла.
Если каждый атрибут Бога — это каждый атрибут Бога, то как вы можете знать, что это за атрибут, если они неотделимы друг от друга? ТВ-семинаре — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, хорошо, пойдем дальше. Всеведение. Всеведение, конечно, означает то, что Бог знает все, что вообще можно знать. У Него нет никаких ошибочных представлений. Но это также означает то, что Он ничего не может узнать нового. А это означает, что Он также знает будущее во всех его деталях, включая все поступки и решения свободного творения. Но кто-то скажет, как Бог может знать выбор человека, если человек на самом деле свободен? Что ж, классический теизм скажет, да, Бог обладает, наделен таким атрибутом. Процесс теизм, как вы понимаете, отвергает этот атрибут, а открытый теизм скажет и да, и нет. Бог знает все, что можно знать, но будущее — это просто то, что знать невозможно. Оно непознаваемо, потому что зависит от поступков людей, наделенных свободной волей. А если Бог заранее знает, как поступят люди, то как эта воля может быть свободна? Поэтому в зависимости от того, как вы определяете всеведение, что вы включаете в это понятие, открытый теизм может согласиться в какой-то степени, но также в чем-то и будет не согласен. Что ж, далее идет всемогущество. И есть разные пути понимания этого атрибута. Некоторые люди считают, что это означает, что Бог может сделать что угодно, даже противоречащие вещи. Но более распространенное понимание всемогущества, я бы сказал, более распространенное в традиционном христианстве, накладывает некие ограничения на божественное могущество. Бог не может сделать противоречивые вещи. Ну и вообще-то никто не может. Поэтому здесь все понятно. Он не может сделать того, что будет противоречить его природе. Он не может сделать грех. Он не может простудиться. Он не может пройти тест и завалить его. Но так как все это означает, что он лишь тот, кто он есть, что он должен быть последователен со своей природой, то все это не рассматривается как ограничение его всемогущества, его власти. Итак, всемогущество, да, классический теизм придерживается этого, процесс теизм — нет. Открытый теизм скажет вам, да, у Бога есть этот атрибут. Но, чтобы оставить место для нашей свободной воли, в некоторых случаях Бог принимает решение не использовать свою власть, которая у Него есть. Но сама власть, как традиционно верят христиане, у Него есть. Что ж, у нас осталось еще несколько атрибутов, и на этом мы закончим. Творение ex nihilo, или творение из ничего. Эта доктрина утверждалась христианством с самого начала. И согласно этой доктрине утверждается, что Бог сотворил Вселенную из ничего. Ex nihilo означает «ничего». И также обычно утверждается, что сотворение Вселенной — это то, что делает Бог, но это не единственное, что Он делает, или что Он может делать. Но во все века христиане верили, что именно так Бог все и сотворил. И, конечно, очевидно, что если вы придерживаетесь такой позиции, то вам трудно будет при этом верить в теорию эволюции в каком-либо ее виде.
Классический теизм скажет «да», процесс теизм, как вы понимаете, скажет «нет». И открытый теизм – «да». Бог на самом деле Творец всей существующей Вселенной, и в процессе творения Он не использовал какой-то существовавший уже на тот момент материал. Он сотворил Вселенную из ничего. И, наконец, последнее – бестелесность. Этот атрибут означает, что у Бога нет никаких физических составляющих в Его природе, в Его божественной сущности, так как Он нематериальное существо. Что ж, классический теизм, как вы и ожидаете, придерживается и придерживался этого утверждения. Процесс теизм, как вы понимаете, верит, что часть Бога — это существующая Вселенная, поэтому понятно, что процесс теизм не может согласиться, что в Боге нет никаких материальных составляющих. Открытый теизм здесь согласен с классическим теизмом в том, что у Бога действительно нет тела. Но вы спросите, а как же насчет Иисуса Христа? Что ж, физическое тело Иисуса Христа не является частью Его божественной природы. Это часть Его человеческой природы. Поэтому вы можете верить в воплощение и также при этом верить в то, что божественная природа не материальна никоим образом. Конечно, это не означает, что Бог не может явить свое присутствие каким-либо образом в физическом мире, но в своей сущности Он не имеет ничего материального. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.